И всем привет, друзья, с вами Данил. И сегодня у нас вторая часть 98XX. Как же, у меня вышло обновление 98XX. The Full Release и Sold. Подождите, что-то роботов с пылесосом случилось. Хотя это Dream. Он очень сейчас крутой. Что с ним сейчас? Сейчас подождите. А, это он сейчас убираться будет. Я специально включу вебку. Я специально включу вебку, чтобы вам смотрелось, как я пугаюсь. Заходим. 98XX. Моя любимая игра! Убью. Крупное обновление. Сейчас я говорю... А, вот. Даже заставка поменялась. Офигеть. Ну, это жестко. Я могу сказать стриминг мод. Он. Так, вводим. Не, подождите, я сейчас перезапущу, окей, а то мне страшно становится. Если что, я кашлю, приболел немного, ладно. Не приболел, а простыл. Так. Так, оф. Ну, я просто офигеть, сколько там все поменялось. Windows. Ну, короче, это настройки самой игры. Класс! Ну что могу сказать? Давайте поиграем в вот эту игру первую. Самое главное, что там неудачно. Неудачно. Ой. А, это лабиринт! Верно. Мы понимаем эту игру, так, security. Аслайд. А, ладно, давайте поиграем вот это. Так, вот это. А, я думаю, все поменялось. О, классно. При чем тут мозги? Это как когда-то раз я видел это. Ой, а что если неправильно? А, все заново?
Ну, заново это все делать. Так, короче, колеса из мозгов, правильно. Клавиатура из машин. Коробка из дома. Что это только что было? Этот компьютер стоил 300 тысяч! Не нафиг, нафиг! А ты его сло... Что за... Подождите. А, это ничего страшного, это обычный стример. Обычный стример. Ребята! У меня только что комп сломался! Что это только что было? Так, Windows. А, понятно. Вот так вот. Вот так вот. Блин, ну как сделать? Вот так вот. О, full screen, вот. А на офис все нормально. Это не офис. Так, чё? Человек. Давайте нажмем. Давайте нажмем. Да, ё-моё! Ё-моё! Это мы пробовали? Это мы пробовали? Мне кажется, пробовали это. Ребят, я не помню, пробовали или не пробовали. Короче, это ужас. Так, давайте вот эту игру пройдем. Что-то мне уже не нравится. Так, есть два. Вот так вот. О, класс. You win. You win. Я так и знал. Так. Не будем попадаться на каких-то мух. Или это все? Мне уже страшно становится. Я-я-я! Ёб ты хочешь? Что ты только что сделал? Что за баг? Что за баг? А, я понял как! Ладно, поиграли. Так. У меня сейчас робот-пылесос приедет. Ну, короче, мы это поняли. Так, security. Security. Надо найти. Иди.
Ой, извините. Я от страха не вернул. Ребят, я сейчас на этой игре, а? Меня испугало. И, ребята, и на этом у меня все игра. Вот это... Короче, мне кто-то позвонил. Ребята, всем пока.